Доброе утро. Посмотрите на мою красавицу, мою подруженьку. Бабуля разбудила ее сегодня в половине седьмого, потому что мы не ходим на море неделю, так как у Деми немножко болит ушко. Немножко болит ушко, я его лечу, капаю. И побоялась его брать на море. Деми спит. Ирма у нас любит поспать, поэтому я пол седьмого проснулась, быстренько собралась. Сказала моей внучечке доброе утро, и она как подскочила. И вот мы на море. Мы купались очень мало, так как, смотрите, какие волны и грязное море. Вот я даже удивляюсь, думала, с утра пойдем в чистое море, купаемся, позагораем чуть-чуть. А у нас такая картина. Ну, мы с Марией обмылись под душем. Сидим сейчас, обсыхаем. Бабуль, закройте полотенцем. И пойдем. Ой, не говорите, эти мухи так кусают. Моя юная блогерша. Бабулина блогерша. Моя девочка красивая. Бабуля, не замерзла ты? Сейчас... Я вот укрылась специально, чтобы комары меня не кусали. То есть это мухи, потом ковидные садились. Ты сладкая, поэтому мухи кусают. И бабулю тоже. Сережки какие бабуля ей дала. Серебряные. С камушком. Ох. Ну все, мои дорогие. Мы поехали домой. Побежали. У нас много дел впереди. Сегодня базарный день. Много чего интересного будет. Как всегда. Как всегда много всего интересного. Так дни проходят у меня, а не успеваю утром проснуться, как вечер наступает. Мы вчера вечером в парке гуляли, вы видели. Посидели, отдохнули. Я отключаюсь. 4 часа сплю. Бабуля. Да, бабулечка. Сегодня жду получения паспорта турецкого. Так что я должна быть при форме. Пойду готовить завтрак. Что на завтрак сегодня? Кашку покушаем, да? Кашку. Молочко. Молочко понравилось. Молочко понравилось. Внучечке, будем молочко. Это что хочет? А? Лобью? Хлопья. Хлопья нет. Пойдем домой и решим, что мы будем кушать. Оказывается, бабуля, я так давно знала, что здесь поле, они удивились, что бабуля сказала, а что здесь раньше было, что здесь строят. Я ей сказала, тут же раньше стадион был. Я тут вспомнила. Представляете, все помнить, что было 2 года назад. Вот что у нас строят. Вот такая у нас погодка сегодня утром. Спасибо, Богу, светлая. Бабуля здесь раньше читала книгу, и мы здесь решили посидеть. Вот такое у нас море. Смотрите, даже здесь какое-то были большие волны. Посмотрите, что происходит. Смотрите, какие огромные волны. Раз, два, три, але, хоп, как только все. Добрый день. И сегодня бабуля и Яшкин принесли из базара огромную сумку. Тяжелую даже. Даже помидоры, огурцы, там тихо. Не, пускай все говорят. Это память. Всем привет-привет. Так, доброе утро. Еле принесли. Не привет, а добрый день. Добрый день. Виноград. Это помидоры. Винограды. Винограды. Покажи, открой, покажи. А что, бабуля, не работает? А, все, открыла. Виноградик сейчас достанем. Вот такой черный.
Вот такой вот зеленый. Вот так вот. Эту сторону. В студию идет сырочек. Открываем. Как вкусно пахнет. Это круглый сыр. Чтоб не витикало, специально положили. На хачапури. 133 килограмм. Да. И вот этот какой-то квадратный. Ой, капает, бабуль, капает, капает. 133 килограмм. 130. Тут и все и круглыми. Время макарон. Бабуль, это что, макароны? Да. Не вермишель. Это вермишель. Это рис. Да, это вот такой рисочек у нас. Тяжелый? Конечно, тяжелый. Это пакет бульбера. Как сразу садится наши попугайчики. Это не рис, это булгур, бабуля. Булгур. А булгур? Это булгур. Видите, вместо меня был блогер. Блогер. Бабуль, там сахар 24 литра. Ой, это что такое, бабуль? Молоко, что ли? Да. А, я думала, это сахар. Молоко. Сколько? 3 литра. Ого, какое мясо. А зачем он тебе? Ну, мы же будем молочко, вы любите кашку. А. Это сыр на хачапури. Да. Огурцы 15 лир килограмм. Да. Сын, они лимон не забыли. Да, я знаю. Лимончик. Сколько дней они забывали лимон купить, а я им напомнила сегодня. Напомнила, когда они шли. 10 лир. 10 лир эти. Помидоры 15 лир. Вот это вот 40 лир. 4 лари. Таких цен нету, бабуль, в Батуми. Вишня? Черешня. Черешня, то есть? Черешня сколько? 15 лир килограмм, друзья мои, черешню. Сейчас помою детям. Та-да-да-дам. Бабуля, а почему килограммы, 1 килограмм стоит 15 лир? Мы это не кушаем. Это что такое, бабуля? Перец, перец. Все вместе говорите. Одну вначале, блогер вначале отдайте разговаривать. Это у нас так идет. Цванили. И как побудет? Ешелик. Как? А? Ешелик. Цванили. А у нас это? Цванили. Петух. Петрушка. Петрушка, то есть. Какой петух? Петрушка, забывайся. Ну, какой язык у нее, какой язык у нее. Петух. Покажи, какая мы с ванили. Петух. Вот такой петух. Цицмат, дальше керда, мару. Вот это все 65 лир. Петрушка. Зелень. А, и лук зеленый, 65 лир. Сейчас молоко надо срочно. Картошка, достать. Наверное, 3 килограмма, да? Да. Не уговеть. И самое сложное, это, угадайте, когда режут, это плачет. А это, подожди. А, правильно, он вам задает вопросы. Когда режут, плачут. Что это? Лук. Ура! Это не лук, бабуль, купили вы. Когда режут, плачут. Это не лук вы купили. А что это? Вы не только лук купили, ну, лук купили, но еще это забыла, какие картошка. Какая картошка? Мари забыла русский язык, грузинский, она турчанкой стала. Ну, вот так, меня знаешь, как делает? Зовут? Я сказала, я вот так немножко... делают, вот. Молоко продается, там такая машина, из крана наливают. Ты видела, да, Сашкину? Очень вкусная, да, кашу они, детки мои, обожают. Сделаю йогурт литр и 2 литра на остальное все. 2 литра на айран. Когда плачешь, надо пить. Вот, когда лук. Я была бы называется, могу напомнить. Ну ты продолжай дальше, тебя ждут. Зрители. Я не могу достать. Бабуле переодеться некогда. Лук и что? 3 килограмма картошка. Потом должны выйти в коробку. Это
чеснок. Вампиры не любят чеснок. Сейчас будете черешеньки кушать, да? Да. Ладно. Съем. Вообще-то забыла сказать, что мы бананы купили по 30. Да, мы бананы съем. Купили. Какая сладкая выглядит. Съем пакет воды. Семь бананов купили мы, стоит 50 лир. Лира то есть. Лир. И сегодня ты расскажи, где ты была с бабулей сегодня. Сегодня я была, еще какую-то коробку купили. На базаре. На базаре два раза. Нет, мы поменяли деньги. 200 долларов. Поменяли на 5210 лир. А кто тебя спрашивает? Все секреты рассказывает. Ой, дети, какая вкусная черешня. Я обожаю черешню. Ладно, съем. Пакет у вас, чуваки. Подожди, мама, пока. Съем, пока. Куда? Карман. Ой, кармана нет, пап. Трусы положи. Трусы нет. Да. А ты все. Вот тебя тут положу, что? Марья, что ты снимаешь, как мы дерем? Пускай смотрят три зрителя. Медерёнша. А кто ты такой медерёнша? Марья, расскажи что-нибудь, ты так красиво расскажешь. Что рассказать? Например, в 2007 году появился первый айфон. О, не забыла. Бабуль, Мария, там, расскажи, там, как ты кто? Находишь общий язык с турецкими детьми во дворе? Ты понимаешь они... их? Да. Как понимаешь? Ну, они немножко... Жестами разговаривают тебе, да? Ну, давай, Мария, будем картошку сейчас чистить. Бабуль, да. От холодильника чек упал. Опять он падает. Я его прячу туда, он падает. Я прячу, падает. Мария, давай сейчас. Картошку надо. Картошка. Бабуля, давай, солнышко. Бабуля, еще надо комнату убирать. Давай. Эти подни. Мою спальню хочу убрать, дорожки, ковры и помыть полы. Давайте, девочки, мальчики, быстрей. Что? Открывай шкаф, бабуля, где картошечка? Картошечка. Ой. Картошка. Так, и лук давайте сюда как положим. Как бабуля стол положила, непонятно. А сколько как много купили? А сколько заплатили? Очень много. 100 000 рублей! Рублей. А у нас лиры. А не рубли, да? Рубли. Колыма! Не, не отдаю, я оставлю. Вот смотрите, как они. Вот сюда положите вы это. Сюда нет, положите. Нет, не закрывайте. Сюда положите. Посмотрите, как они как культурно будут кушать сейчас. Супер, дети. Косточки сюда. Да. Косточки сюда. Я Мари впервые ест черешню, да? Мари. Мари, ты впервые ешь черешню? Да. Ты впервые ешь? Там кто-то мусор этот положил. Или ела, Мари? Ела. Мари, мы сейчас прозеваем наше молоко за вашими разговорами. Всем привет, привет, друзья мои! Только что бабуля вернулась. Мы делали наших девчонок клуб «Лучшей жизни». Позвали для того, чтобы сняться в рекламе суши и роллы. Новое что-то открылось в Мерсине. И мы пошли. Вот только что я пришла. Убежала от всех, отдохнула, зарядилась энергией. Аж Кимчик мой 3 часа. А ты кушал там роллы? 4 часа был с детьми, так что вот. Это еда. Кушала. А у нас, знаете, какие изменения на балконе? Сейчас Мари покажет вам. Я сегодня нарядилась. Мои брючки.
Ну так, а сейчас я вам покажу, что-то мы поделали на балконе. Попугай где наш? Попугай здесь. Вот мы здесь теперь кушаем. Ну, а посмотрите, покушали или убрали. Смотри, мы здесь кушаем. А вы еще не заметили, что ли? Конечно же, заметили. Как вы не могли заметить? Мы сделали как... А вы знаете, Ирма тут позвала подушки гости. Она очень смешная. Вот так вот. И теперь здесь пустота. Вот так вот. Бабуля, тебе повезло, потому что ты в рекламе же снималась, и ты суши, роллы ела. Вкусно было? Очень. А сколько стоят? Много. Как много? Ну, бабуле бесплатно же, когда я для других снимала. А ты как будто ела эти роллы, знаешь, вкус тоже. Мне 50 лет. Ну и кактус, кто поломал? Кто поломал мой кактус? Я там сидела, но не поломала. Какая ты, Марья? Я не поломала. А как он поломался? Почему ты не веришь мне всегда? Чьи-то носки здесь. Дэнни. Посмотрите, а кто поел и не убрал за собой? Я убрала за собой. Всем привет, друзья мои. Бабуля Света. Такой бардак. Сегодня у нас было что? Прям башку отнесу. Даже не обратили внимания. Сегодня мы только что вернулись с детьми. Посмотрите, куда они сложили это вещи, которые я купила. Много чего купила. И пижамы, и маечки, и заколочки, и трусики, такое все. Вот такие вот дела. И тапочки Маре купила. А где они? Видите, как все валяется. Мы так устали, действительно. Вот это вот 20 лир стоит. А также я физически сегодня не успевала ничего. И пришлось зайти в Юзбир, вот, и купить вот такие нугетсы. Да? Купила также молоко, купила колбасу из Хинди. Это... И купила такой крем для тела, было со скидкой. И вот сейчас пожарила нугетсы. Сейчас картошка у меня здесь. Я сегодня была с девочками, встречалась на рекламе. Мы сделали рекламу для суши-роли. Суши-роллы. И вот сегодня как-то так у меня день прошел. Кстати, мы так хорошо сделали. Так дует со всех сторон, да? Сейчас будем ужинать, Яшкин придет. Вот такой вот у нас вечер. Дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, большое вам спасибо за ваши просмотры, комментарии, за ваши лайки, за весь ваш негатив. Вы меня мотивируете к созданию новых видео. И от всей души желаю вам мира, добра, счастья и любви.